Сбор гостей в фойе, праздничная атмосфера и автографы знаменитостей. Перед торжественным закрытием конкурса фестиваля «Магия кино» у зрителей есть возможность пообщаться и сфотографироваться с почетными гостями праздника. А у журналистов задать интересующие вопросы. У нас совершенно разные номинации, так сказать, категории работ. Да, это и дебютный фильм, и первый профессиональный фильм. Вот, и непрофессиональный, и видеоклип, и репортаж, и работы, посвященные победе. Для участников конкурса подготовили дипломы, награды и памятные сувениры. Благотворительный фонд «Счастье жизни» по традиции подготовил подарки для всех наших участников. И конкретно мы будем вручать в нашей любимой категории подарки за глубокую социальную направленность. Мы выбрали несколько работ. Мы очень любим детские мультики, будем дарить подарки за мультики. За фильмы про Донбасс мы будем дарить подарки. Мероприятие открыла несменная девочка с лентой Василиса Колесникова. Затем для публики с творческими номерами выступили молодежный театр «Крылья» театрального центра «Жаворонки». А сменяли их ведущие мероприятия и почетные гости, в том числе и депутаты-единороссы, которые вручали награды победителям. География участников конкурса обширна. Работы присылали со всей России. Москва и Подмосковье, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и многие другие. Поэтому на подведение итогов конкурса приехали не все, но награды дойдут до своих обладателей. А некоторые участники выступили в онлайн-формате и смогли наблюдать за награждением в соцсети, где организаторы мероприятия вели прямую трансляцию для всех желающих. Фильм «Яблоня». Режиссер курсы кино и телевидения, и чек на 100 тысяч рублей от главы Одинцовского округа. Кубок, диплом и эти аплодисменты сегодня для вас. Это мой дебют, это мой дипломный фильм. Из какой-то мелочи иногда или пустяка вдруг приходит идея, потом рождается сценарий, потом снимается кино. И вот получается фильм, который живет своей жизнью, получает призы, трогает зрителей. Это и есть это слово «магия». А вот победитель предыдущего кинофестиваля Василий Марюнин в этом году в рядах жюри конкурса. Часть своего прошлогоднего выигрыша он потратил на обучение и сейчас трудится над новым произведением. Я бросил все свои силы на создание сценария пилота сериала. Вот, и надеюсь, что он будет востребован. Не знаю как, не знаю когда, но знаю, что когда-нибудь я его сделаю. Это мечта. А чтобы у всех творцов, участников конкурса появились такие же мечты, со сцены звучат напутствия для них уже от состоявшихся и известных мэтров кино. Я поздравляю всех победителей, благодарю и благодарю всех участников. Вот, это было большое удовольствие и большая ответственность участвовать в этом замечательном процессе. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».